А в Калязине в это время много лет проходит еще один уникальный праздник – Золотой резерв района. О том, кого чествуют на этом масштабном мероприятии, в сюжете местных корреспондентов. В Доме культуры Калязина в 17-й раз прошел большой праздник успешных детей района. В первой его части были подведены итоги муниципального этапа конкурса «Ученик года», в котором приняли участие 5 школьников. Ребята выступили с отрывками своих социальных проектов, посвященных улучшению экологии родного города, развитию активности его жителей. По суммам баллов всех этапов конкурса абсолютным победителем стала Екатерина Замурьева, ученица 9 класса городской основной школы. Конечно же, в будущем я хотела заниматься больше музыкой. Да, я хочу поблагодарить своих учителей, своих родителей и учителя по музыке, который меня направляет. Церемония награждения Золотого резерва района – это признание заслуг самых талантливых и одаренных детей, победителей и призеров олимпиад, ребят, имеющих яркие достижения в учебе, спорте, творчестве и искусстве. С каждым годом увеличивается количество лауреатов Золотого резерва. На их премирование в этом году из районного бюджета выделено 272 тысячи рублей. Поздравляю всех вот с этим замечательным праздником. Сегодня полный зал, даже мест не хватает. Значит, это он такой хороший, добрый праздник, который сложился на протяжении многих лет. Если в прошлом году стипендиатов было 212 человек, то в этом году уже 241. Это неудивительно, ведь в Калязинском районе количество проводимых для детей, школьников и студентов мероприятий год от года растет. А раз есть мероприятие, значит, есть где себя проявить, показать свои таланты, раскрыть свой потенциал. Церемония вручения сертификатов была продолжительной, ведь было озвучено имя каждого ребенка. Каждый награжденный поднимался на сцену для признания его личных заслуг и успехов. Школьники и студенты были отмечены в номинациях «Юный», «Звездный», «Студенческий резерв», «Интеллектуальный», «Творческий» и самый многочисленный «Олимпийский резерв района». Всю сцену заполнили воспитанники спортивных секций – волейболисты, шашисты, хоккеисты, борцы и впервые в этом году юные фигуристки. Грушева Таисия! Коровина Анастасия! Главная цель – это не премия, которую получают награжденные, а признание их стремления учиться, постигать новое. В сегодняшних учениках и студентах – наши завтрашние ученые, рабочие и служащие самых разных профессий. Это достойный резерв на будущее.